Не могу не начать я с вопроса про Виктора Орбана, который вот прямо перед эфиром стало известно, что летит он в Китай. Пусть не по подтвержденным источникам, официально Будапешт не подтверждает, но венгерские СМИ пишут, что борт Орбана, значит, в Пекин направляется. До этого сам Орбан сказал, что ждите сюрприз утром 8 июля. Соответственно, визит намечен на завтрашнее утро. А глава МИД Венгрии Сиарта сказал, мирная миссия продолжается, даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности. Что ты думаешь по поводу визита Орбана? Ну, давай комплексно. Москву и Пекин. Комплексно он привез, конечно, мирный план. И последнее уточнение уровня такого, которому нельзя доверить лицам второго, третьего плана, о котором могут только главы держав между собой обсуждать. Поэтому, безусловно, это такой марафон обмена предложениями, да, и уточнением позиции по мирному плану. Многие говорят, да почему нельзя созвониться, почему нельзя прислать кого-то. Нет, 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 есть вещи, которые могут передать. И когда есть идеи, должны соответствовать уровню. Есть идеи, которые может заявить только глава державы. А Орбана используют, потому что он приемлемая фигура для всех в данном случае. Безусловно, он решает и внутренние, как и венгерские, решает защищать интересы Венгрии, но основная повестка, я думаю, это все-таки мирный план. А в чем вот прям такой анонс, что супервизит, сюрприз, ждите, пристегните ремни? Ну, это накачка чисто внутривенгерской повестки, поднимая. Дело в том, что любой посредник – это всегда прирост престижа, особенно если посредничество оказалось удачным. Это всегда очень выгодно. То есть он достаточно уверенно чувствует себя в Венгрии, но плюс еще получить хорошую международную повестку. Это стать фигурой. А поскольку они формируют в Европарламенте правый фронт, сейчас право уже сформировали, да? То есть это увеличение игры еще на общеевропейском уровне. А по поводу того, что вот такой, не знаю, посредник, что ли, вот как сказал Зеленский, что был же формат по зерну. Украина, Турция, Турция, Россия. Подписаны два документа, не напрямую Киев, Москва, через Стамбул. Или, да, вот, через Анкару. А про... потом, что скажется, Путин сказал, что никакие там переговоры через посредников невозможны, поскольку они не имеют полномочий и так далее. А как тогда вот тогда это... Возможно, согласованием позиции. Как будут идти сами переговоры, когда позиции будут согласованы, это совсем другая история. Ведь никто из глав держав, ни Зеленский, ни Путин, не захотят заходить переговоры, которые окажутся провальными. Так не делается. Там, где лидер, там должен быть успех. И согласование позиций занимает огромное время. Возможно, миллион форматов. Там 5 одновременно, 6 переговорных групп может работать с разными полномочиями, разные ветки проверяющие. Но, вернее, отрабатывающая только когда на 90% встреча будет готова, она сможет состояться. До этого будут все, какие хочешь заявления. Завышающие планку, понижающие планки, дающие надежду на то, что возможен компромисс, отбирающие эту надежду. Просто будут опробоваться разные тезисы. А кроме того, когда идут тайные переговоры, всегда стороны публично обмениваются сигналами, показывающими, ну, например, подтверждение полномочий тех, кто принимает участие в переговорах. Вот, например, хорошо. Вот мы передаем вам сигнал. Как знать, что этот сигнал истины, если это серьезный сигнал? А вот наш лидер заявит или сделает вот это. И это будет подтверждением этих договоренностей. Потому что даже когда очень уполномоченные лица приезжают, ты никогда не знаешь, вот то, что они заявляют, это точно позиция лидера или там консенсусная позиция лидера и его элит. Подтвердите. Идет заявление, ага, подтверждаем. Можно двигаться дальше. Это насколько, стандартная практика, да. Насколько, на твой взгляд, Орбан приемлемый вот такой переговорщик? Поскольку в ЕС сразу начали бить в набат, что Орбан – это его личная инициатива, ЕС к этому отношения не имеет, где Венгрия главенствует. Да и Орбан, который своими заявлениями, ну, вряд ли записывается там в друзья Украины, да, ведь есть ли какие-то более приемлемые кандидатуры, где там... В Европе... В Европе правый доворот. Орбан, безусловно, пытается перехватить повестку, как бы, да, усилиться на правом фланге Европы. Он приемлемая фигура для Трампа и для республиканцев. Поэтому ветер дует еще и оттуда. Фактически он сшивает ниткой условное предложение Трампа, условно, как мне кажется, условное предложение Европы. В пику Макрону. У Макрона свои предложения, у правых европейских свои предложения. И Россия, и Китай. Для Китая и России он более чем приемлемая фигура. А для республиканцев, в частности, трампистов, тоже приемлемая фигура.
А для нас он приемлемая фигура для разговора с ним, ну, потому что это, во-первых, один, как это глава исполнительной власти крупной державы, европейской, члена НАТО, с которой Венгрия, с которой мы соседи, с которой у нас ряд вопросов. Недаром, когда он сюда приехал, решались еще вопросы чисто украинско-венгерской повестки. И это тоже ход. Он усиливает свою позицию по защите венгерских интересов в деле двухсторонних отношений с Россией, общей инициативой мира. Это очень грамотно рассчитанная кампания с его стороны. Мы вынуждены с ним общаться, мы не можем его игнорировать ни как лидера державы соседней, ни как человека, который привозит предложение на поговорить, понимаешь, будущее предложение. Да. Но есть нюанс. Даже если то, что Орбан привез в Киев, неприемлемо для нас, тем не менее, его приняли в Киеве. Напомню, в 22-м году президента немецкого в Киеве не приняли в начале широкомасштабного вторжения и приняли уже только под конец года, кажется, в декабре. Ну, так у нас и сейчас есть целый ряд заявлений от президента, от Ермака, от Кулебы, которые говорят, что да, будет. Украина готовит мирное предложение, которое будет реализовано на втором саммите мира, предложено окончательно, как готовый документ, до конца года. Уже дело к миру, как бы уже все заявили. А значит, интенсификация торговли. Да еще на том фоне, который сейчас происходит. Выборы в Европарламенте, подготовка саммита НАТО, выборы президентские США с возможным снятием Байдена, с кандидата Байдена. Это значит резкое переформатирование всей логики и перспективы происходящего. И так далее. Поэтому Орбан и всячески имеет вес, как представитель европейских прав, как представитель Венгрии, как фигура приемлемая и в Пекине, и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне одновременно. И как человек не последнее отношение, не последнее уровни отношений, имеющие с республиканцами, с Трампом в частности. Я думаю, мы этой темы еще коснемся. А сейчас, как я обещал, вопросы от зрителей. С общего вопроса. Какой прогноз для Украины на ближайшие полгода от Алексея на фронте и на политической арене? На фронте больших перемен не будет, потому что их технически нечем осуществлять. Будет вот эти медленное продвижение в тактической зоне со стороны россиян. Для крупного наступления или контрнаступления нет сил ни у нас, ни у россиян, и оно не появится в ближайшее время. Не с чего просто. Недаром эти разговоры про 14 бригад, которые у нас есть, но которые мы не можем вооружить. Ну и россиянам нужна первая мобилизация, а во-вторых, что где-то взять технику. Нету ни того, ни другого. Появление, возможно, корейских подразделений все равно не будет товарным, все равно не решат проблемы наступления. Поэтому будет тяжелая затяжная борьба в тактической зоне, где мы будем медленно отступать, а где-то наступать, как в Серебрянском лесу. Они медленно продвигаться, а где-то получать неожиданные удары с нашей стороны. Вот такая тягомотина тактическая, за которую сторона будет платить сотнями и тысячами жизней без особого продвижения. Это то, что должно быть на фронте. Следующий вопрос. Китайцы в Беларуси – это вовлечение других стран в войну? Китайцы давно были представлены в Беларуси. Очень основательно представлены. В известном смысле обеспечивающие устойчивость положения Лукашенко перед лицом российского давления, скажем так. А там просто идут учения, в кавычках просто, которые типовые. И китайцы приехали провести участие в этих учениях. Это поддержка Китая позиции Лукашенко. А какая позиция Лукашенко? Ну, у него много китайского бизнеса, китайских интересов в Беларуси. Сейчас участились слухи, что не все хорошо с Александром Григорьевичем. Я не его врач, не хочу разбираться в этих слухах, но смоделировать ситуацию, если так получилось, что ну, вот нет Лукашенко, что будет делать Путин и что будет делать Запад? Ну, начнется борьба за Беларусь. В этом отношении. Что будет делать Путин, непонятно, но есть хороший шанс, что он побоится, вернее, упустить Беларусь и готов на любые решения, вплоть до ввода войск и как бы неформальной оккупации. Когда, конечно, будут сымитированы выборы, конечно, будут так или иначе проведены, там, возможно, будет многопартийную систему допустят, но то, что будет ставка на пророссийского кандидата, это однозначно россияне не могут выпустить Беларусь ни при каких обстоятельствах. Поэтому они будут за нее бороться. Запад будет пытаться сделать Беларусь... Ну, то есть это будет полем боя, и дай бог, что не горячего. А есть какая-то вероятность, вот возможность, точнее, сделать более-менее реальные выборы на территории Беларуси? Они так или иначе пройдут. Вопрос, до какой степени
свободными они будут. Одно дело, если там вдруг резко увеличился контингент российских войск, как-то так внезапно на базах под видом учений. Другое дело, когда не увеличился, и Беларусь свободно, относительно свободно проводит выбор. Но россияне будут бороться, они не могут дать. Беларусь и Украина для них две стратегические зоны интереса, они не могут их выпустить, с их точки зрения. Вопрос от зрителя. Почему Кабмин снизил затраты на оборону в Украине на 2025 год 2,2 триллиона, на 2026 1,6 триллиона, на 2027 1,5 триллиона? Во-первых, это планы, они могут поменяться. Во-вторых, ну, дело к миру явно. Это принятое геополитическое решение. Соответственно, армия мирного времени, даже если она будет активно развиваться, не требует таких трат, как армия военного времени. Угу. Спросите, пожалуйста, у Алексея, Трамп в должности президента США действительно ли будет заинтересован и способен быстро остановить агрессию путинской России? У Трампа не такая большая свобода воли, как кажется, по воздействию. Надо понять очень важную вещь. Для России Украина – зона стратегических интересов. Так они ее помышляют. Они будут бороться за нее, ну, вплоть до самых красных линий. Поэтому даже у Трампа есть ограниченное воздействие, зона воздействия на Москву, и, скорее всего, там была идея двух ультиматумов в мирном плане, и Украине, и России, мол, миритесь, иначе. Но возможности по увеличению поддержки Украине не такие большие, возможности на давление на Россию не такие большие. Поэтому и Трамп не сможет ничего особенного сделать в этом отношении, и мяч на нашей стороне. Все зависит от того, от доброй воли Украины, от доброй воли России. На самом деле за нас никто эту войну не решит. Вопрос из Казахстана. Если Россия нагло нарушила табу и разместила свое ядерное оружие в Беларуси, тогда Англия может разместить свое ядерное оружие в Украине для страховки от ядерных ударов из России? Это будет воспринято как очень резкое обострение. А возникает вопрос, приемлемы ли риски для Украины и Англии с размещением ядерного оружия в Украине? Что это даст? Угу. Второй вопрос. У Турции уже есть дальнобойные баллистические ракеты на 1000 километров. Есть неплохая ВПК и заводы артиллерийских снарядов. Что мешает Украине более тесно сотрудничать с Турцией? Позволит ли США Украине, например, передать Турции свои черноморские порты на аренду 49 лет или 49% доли, чтобы Турции был реальный интерес, и Турция взяла бы под защиту черноморских портов Украины для безопасности, потому что... и так далее, да. Это резкое смещение баланса сил, которое никто не допустит, и в первую очередь турки. Для того, чтобы пойти на такой шаг, им нужно понимать, что они получают. Черноморские порты в аренде – это слишком слабое утешение на фоне резкого дисбаланса отношений с Россией. Политики осторожны. И со времен Вестфальского мира политика – это баланс сил. Поэтому любое резкое смещение, нужно понимать, за что ты можешь получить. А что она может получить такого? Порты в аренду, так она и так и возьмет в мирное время. Или, по крайней мере, будет иметь возможность свободно эксплуатировать в том или ином варианте. Потому что она крупнейший черноморский игрок региональный. Так или иначе, свою долю в общей системе безопасности в Черном мире, море, либо торговля она будет иметь. А ради этого поставлять дальнобойные ракеты, резко портить отношения с Россией, с неясными перспективами. Укрепить еще раз дружбу России и Ирана, еще сильнее на фоне противостояния турок и Ирана. Ну, такая история, честно. Да, спрашивают зрители, в прямом ли мы эфире. Друзья, прямее некуда. 21 час 36 минут, пишет Дмитрий, просит почитать наши вопросы, а не со шпаргалки. Друзья, со шпаргалки. Сначала со шпаргалки. Я делаю анонс нашего эфира, откуда выбираю вопросы. А то, что... Да, в комментариях, конечно, тоже пишите. Буду чуть позже читать и вопросы из комментариев. Так, в Иране во втором туре выборов президента победил умеренный реформатор Масуд Пезешкиан. Что это изменит для Украины, спрашивает зритель. Ничего, по большому счету, это не изменит, потому что реальная власть, полнота реальной власти принадлежит аятоллам, а у них есть четкая программа антизападная. Украина воспринимается как прокси Запада, и отношение к ней соответствующее. Но иранцы достаточно мудры, чтобы сделать многоуровневую систему власти, которая... создает люфты, приемлемые для общества. Иначе пар перекипит, и что? И власти аятоллы, и так против него восстание поднимаются. Грозит. Поэтому у них есть какой-никакой парламент, есть парламентская борьба, есть разные партии, есть разные позиции. Президенты периодически то консервативные, то реформаторы. Вот сейчас пришла очередь реформатора, выбрали реформатора.
Предыдущий был достаточно консерватив. Не самый консерватор, но достаточно. Сегодня реформатор. Потом это создаются люфты, через которые выбрасывается пар, реальное послабление. Ну, в общем, система гибкая иранская. Поэтому иранцы мудрый народ. Но принципиально изменить политику не в отношении там, перспективы отношений России и Ирана, не в отношении послабления украинской оппозиции, он не сможет, ему не хватит полной власти для этого. Это скорее внутрииранская проблематика будет лежать. Некоторые послабления в экономике, в социальной политике и так далее. Повлияет как-то это на поставки дронов в России? Думаю, никак не повлияет. Это вне зоны его прямой ответственности. Это решает аятолл. Последнее время можно обратить внимание, что участились атаки именно шахедные. Вот раньше были комплексно шахеды, потом авиация поднималась, летали ракеты. То сейчас несколько ночей подряд именно БПЛАшные атаки. Как думаешь, почему? Ну, видимо, копят под большой налет. Угу. Поэтому, да, обычно в промежутках летят шахеды. Они как дождик такой же, как ветер, они постоянно. Алексей спрашивает зритель, если бы вы сейчас консультировали президента Зеленского, вы бы рекомендовали ему дать интервью Такеру Карлсону? Конечно. Такер Карлсон – это вход, это интерфейс консервативной части республиканской партии. Трамп побеждает на выборах с очень высокой вероятностью, а даже если не побеждает, то ну, это огромная сила, это половина США и половина американских избирателей. Президент Зеленский имел бы шикарный шанс донести позицию Украины свою реально до права консервативных американских выборов и права. Но они ее упустили, причем упустили в достаточно невежливой форме, ФСБ, методички, что, с моей точки зрения, является колоссальным. Если к тебе обратиться, Такер Карлсон, или когда обратиться? Легко, конечно. Окей. Вопрос от зрителя. Сойдет ли Байден с президентской гонки? Ну да, раскол в демократической партии тяжелейший. Все понимают, что дебаты проиграны. Не проиграны Трампу, проиграны своему состоянию здоровья. И заявление Байдена о том, что я посоветовался с семьей, и только Господь меня может снять, это его личная позиция, но они не отражают позицию внутри демократической партии. Там легкая паника, насколько я знаю. И срочный поиск кандидатов. Поэтому все может статься, и спонсоры могут просто сказать, что мы не будем это оплачивать, менять. А вот такая версия, озвученная мне Ильей Пономаревым, он сказал, что обсуждается вариант, что вице-президентом к Байдену, который продолжит свою гонку, будет заявлен Барак Обама, который баллотироваться не может, но в случае, если что-то происходит с президентом, вице-президент и будет исполнять обязанности. ИО. То есть баллотироваться не может, ИО может. Но вы же понимаете, что это крайнее решение. Когда бывший президент, да еще такой специфический, идет в вице-президенты. Но это всегда крайнее решение. А когда появляются крайние решения или крайние предложения, всегда возникает вопрос к системности политики. Если вы идете на крайнее предложение, это само по себе ослабляет вашу позицию. Это означает, что системную политику вы проводить не можете. Это очень серьезный подрыв позиции. Есть еще одно мнение, что на замену будет Гевин Ньюсом, это губернатор Калифорнии. Но мнения поэтому очень разные. Одни говорят, что там вообще не популярны. Политика в Калифорнии, да, там не отражает и всех обижает и прочее, прочее. Другие говорят, наоборот, нет, он еще себя покажет. Посмотрим. Называют и Мишель Обаму, называют и Камалу Харрис. Разные варианты. Посмотрим, что будет. Ну, Камила Харрис имеет многолетний опыт работы в политике. И Мишель Обама, которая занимается там, телебизнесом, кинобизнесом и так далее. Ну, не совсем понятно, как обсуждается ее кандидатура, если она... Ее меряются рейтинги как-то? Обсуждают все, что могут. Поэтому там на самом деле очень проблемная история с выдвижением кандидата. Напоминаю, что демократы должны вот сейчас, а республиканцы через месяц выдвигаться. Точнее, наоборот. Республиканцы сейчас, а демократы в августе. На праймерис, и надо как-то эту проблему решить, да или нет. Но тут говорят, что вроде как Байден до конца следующей недели должен принять это решение. Требуют от него однопартийный. Да, ну, говорят, что спонсоры требуют до пятницы принять. И голос весом. Ну, посмотрим, что будет.